w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Во время последней недели перед поединком с Томашем Адамиком вы будете уже, наверное, в Польше, потому что будет несколько событий, пресс-конференция, открытая тренировка. Вы, наверное, тоже хотите еще несколько тренировок перевести перед поединком. Вы уже нашли определенные места в Польше, чтобы сделать эти тренировки? Я нашел это место. Я в Польше еще буду тренироваться. За неделю до поединка я буду уже в Вроцлаве. И для того, чтобы быть в прекрасной форме, еще нужно будет провести ряд тренировок. Я нашел это место. Но это место строго засекречено. Чтобы, не дай бог, Томаш Адамек не поставил там видеокамеры и не наблюдал, что же такое готовит Виталий Кличко. Поэтому, к большому сожалению, я не скажу место, где я буду тренироваться. Но тренироваться я буду точно. Вы тоже не разрешаете, чтобы люди приходили и снимали ваши спарринги, так как, например, на официальной тренировке. А вы не боитесь, что кто-то придет и с какой-то специальной камерой маленькой никто не увидит, и соперник может что-то увидеть? Я не скрываю ничего. Любой может прийти на тренировку, любой может посмотреть. Даже если втихаря он снимет, думаю, что это не поможет. Не поможет моему сопернику. Он только лишь будет еще больше волноваться, когда увидит, как Виталий Кличко избивает спарринг-партнеров. В последнее время мы узнали о очень строгих принципах, какие ввел тренер Эммануэль Стюарт в тренировочном лагере Владимира Кличко. Фриц Дунек тоже ввел такие строгие принципы, штрафы и так далее. Вы знаете, спарринг-партнерам так тяжело боксировать. Мы им еще доплачиваем деньги, чтобы они приходили на тренировку. Вот. Если мы будем еще забирать у них деньги за то, что они опаздывают, то они вообще не будут приходить на тренировку, так как каждый из них приехал сюда помочь мне и бесплатно это не делает. После победы Владимира с Дэвидом Хеем еще все неизвестно, с кем он будет боксировать. Можно сказать, что он сейчас ждет результатов двух поединков: Томаш Адамек, Виталий Кличко и Александр Поветкин, Руслан Чагаев, и может потом сразиться с одним из этих боксеров. Я думаю, что с Томашем Адамеком после старшего брата ему уже не нужно будет сражаться. Александр Поветкин с Чагаевым Владимир уже боксировал. Поветкин три раза должен был боксировать против Владимира. Вот, и всегда у него находился отговорка, то он подвернул ногу, то он не приехал на пресс-конференцию, то он не был готов в форме. Владимир, действительно, сейчас большая проблема. Соперников нет. Или боятся, или не готовы. Вы думаете, что если Александр Поветкин победит Руслана Чагаева и у него будет уже пояс ВБА, пояс регулярного чемпиона, он в конце концов сразится с Владимиром? Это вообще шутка. Регулярный пояс, нерегулярный пояс. Я знаю, что буквально месяц назад Владимир выиграл пояс чемпиона мира. И вдруг еще оказалось, что есть еще, оказывается, регулярный, нерегулярный, там еще временные пояса какие-то. Могут сражаться. Дай бог, чтобы кто-то выиграл. Об этом рано еще говорить, кто будет следующий. На сегодняшний день для Кличко самый главный поединок, для братьев Кличко, самый главный поединок против Томаша Адамека. Все остальное — это уже информация, которая будет происходить, все события, которые будут происходить после 10 сентября. Мы в последнее время слышали комментарий Шенона Брикса, который дрался с вами в прошлом году. Он сказал, что он был очень близкий к тому, чтобы вас нокаутировать. Мы этот бой видели, мы не увидели таких моментов. Может, мы просто плохо смотрели? Я очень после боя волновался, когда узнал, что Шен Брикс находился всю ночь без сознания. У него сломан нос, сломанные лицевые кости, орбиты глаз. И я очень рад, что он поправился и чувствует себя хорошо. Не думаю, что... Мне просто будет жалко второй раз боксировать его, второй раз отправить его в больницу. Я Шену Бриксу желаю только всего самого хорошего. А это он, наверное,
хорошо отпраздновал и такие заявления делает после, после поединка. Я на это не обращу внимания. На пресс-конференции в Нью-Йорке на встрече с Томашем Адамиком вы, кажется, сказали, что возможный такой вариант, что после победы над Адамиком у вас будет уже только один бой с Дэвидом Хейм, потом можете уже завершать карьеру. Все время поддерживаете это? Step by step. Вот после боя с Томашем Адамиком я смогу что-то об этом сказать. Сейчас я даже об этом не думаю. Для меня самая главная цель — поединок во Вроцлаве 10 сентября. Не пропустите бой. Виталий Кличко против Томаша Адамака. 10 сентября, суббота. Это будет настоящий бой настоящих двух боксеров высокого уровня. Всем удачи. До встречи 10 сентября.